Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Скільки доведеться сплатити за зірвану ягоду чи гриб, або взагалі зламану гілку? Про що йдеться в постанові Кабміну? Прямо наразі ми роз'яснимо, так, дамо роз'яснення дніпрянам про це. Сьогодні в наших гостях Олександр Носик, адвокат. Пане Олександр, я вас вітаю. Ну що ж, розповідайте нам, так, що про це відомо, що про постанову, чому ви наробили так багато галасу? Добрий день, спасибо за приглашення. Дійсно, Кабінет міністрів прийняв нове постановлення, в якому єдине, що нове є, це збільшили суттєво штрафи. І, звісно, у багатьох людей, мабуть, хто там ходить на охоту, гуляє в лісу, збирає гриби, из-за недостаточной информации, знаний в этом вопросе возникли определенные волнения. Неужели я там пойду собирать грибы и там, меня штрафуют условно там, на 50 тысяч гривен, сломаю там какую-то ветку и так далее. Также это касается и охоты. Также там есть куча таких интересных положений, что нельзя там, к примеру, я даже приведу примеры вот, и расскажу более детально. Кстати, хочу сразу обозначить, что все эти пункты, они были ранее, в 2013 году, они не поменялись, но штрафы существенно поменялись, и это вызвано скорее с тем, что за более чем за 10 лет инфляционные все моменты прошли, и, конечно, уже компенсации не хватает. И, следовательно, это нормальное явление увеличения штрафов. Но у многих людей такие суммы вызывают очень много вопросов. Вот, к примеру, за самовільне заготів люсина або випасання худоби штраф може составляти вот, 50 тисяч гривен. Либо же за незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лікарських рослин, плодів, гріхів. И тут у многих, конечно же, вопрос, то есть я просто пойду собирать там, грибы там, или яблоко сорву, будут ли ко мне определенные штрафы, такие особенно в размере, там, которые достигают до 55 230 гривен. Вот, и тут стоит разъяснить, что, во-первых, эти штрафы касаются только природозаповедного фонда, то есть, который у нас составляет 6% от всех территорий. Это не касается именно всех лесов и так далее, только той части территории, у которых вот этот специальный статус. Ну и в целом это некоторый миф, и не стоит переживать по поводу там. Если вы хотите пойти в лес, собрать там грибы, ягоды и просто погулять, даже в заповедном фонде, человек всегда может пользоваться ресурсами, это его право. Вот. Но чтобы собирать и продавать, к примеру, эти грибы там, или ягоды какие-то в лесу, нужно специальное разрешение. Такие правила были всегда. Вот. И за это, естественно, если стать возле дороги и ведрами продавать эти грибы без специального разрешения, либо какие-то другие ресурсы, то за это может прилететь штраф. Но гулять самостоятельно в лесу, собирать что-то, на это ограничение никогда не было. И, собственно говоря, наверное, не будет. Потому что это основное право человека пользоваться ресурсами той территории государственной, в которой он находится. Обурювалися так в соціальних мережах, найбільше це все ж селяни. Чому, на вашу думку? І чи всі так побачили інформацію, та чи всім донесли, що штрафи насправді там стосуються лише природоохоронних зон? Ну, те, що ми зараз пояснюємо. Ну, в цілому, наверное, вопрос тут в тому, що ми не можемо без там какого-то юридического образования и опыта тяжело человеку интерпретировать и растолковывать нормы вот таких законов, особенно их правоприменительную практику. Вот. Это связано
с тем, что сейчас в сферу информационных там, технологий высоких, там, все практически сидят на Фейсбуке, читают интернет, и они могут правильно фильтровать информацию, и не каждый человек может зайти условно, проверить какую-то информацию, которую он там прочитал в интернете, что там срежешь гриб, поломаешь веточку, и там какой-то космический штраф тебе дадут, чуть ли не лишат за это свободу. Вот. Не каждый человек может там аналитически эту информацию оценить, зайти на сайт первоисточника, то есть закона, посмотреть, когда он принят, вступил в силу, просмотреть, касается ли эта норма непосредственно того вопроса, который человека беспокоит. Вот. И просмотреть также правоприменительную практику, а именно административную, судебную и так далее, чтобы все свои там, страхи, опасения у него отпали. Вот. Поэтому в данном случае это вопрос, наверное, больше к людям, что им стоит фильтровать информацию и смотреть, но учитывая большой наплыв правоприменительной практики, законов, естественно, что не каждый может это сделать, и даже я каждый день разбираюсь в новых вопросах, которые каждого человека касаются. Я думаю, что скорее нужно принимать закон таким образом, чтобы донести его до среднестатистического человека, который не обладает знаниями и не может самостоятельно истолковать этот закон на 100% и понять, та ли иная норма его касается. И у него нет знаний, чтобы найти там эту судебную практику, посмотреть, что это касается определенных случаев. Вот, что если он с чем-то не согласен, к примеру, с этим административным штрафом, который выпишет ему инспектор, да, который отвечает за природоохранную вот эту деятельность, штраф данный всегда можно обжаловать, поспорить с ним, сказать, что эта норма не касается, далее пойти в суд, также защитить свои законные права. Ви говорили про судову практику. У вашому досвіді є такі так природоохоронні теми, чи були? І, можливо, не ваші, чи взагалі, що вам відомо про такі прецеденти? Ну, звісно, прецеденти, я уверен, що по старому законодавству є. Тут сама постанова дана вже з новими штрафами, які достатньо существенні. Її ще немає, тому що данное постановление, оно было принято в конце года, и судебная практика, она еще не успела сформироваться, чтобы дело прошло в суд, наверное, даже в административном порядке, нужно несколько месяцев, а данное постановление было принято в конце года, и, следовательно, учитывая праздники, у нас еще даже нет практики судов первых инстанций, не говоря уже о апелляции, кассации, чтобы как-то этот процесс устаканился, и мы смогли понимать, разграничить сумму штрафов, потому что они разнятся, индекс, по которым определяется сумма причиненного ущерба, он тоже достаточно расплывчатый. И я думаю, что все понимают, что по старым нормам, которые существовали еще 10 лет назад, заплатить штраф 500 гривен, или там 100, или заплатить в 10 раз больше, 30-20 тысяч, это большая разница для человека, и, естественно, каждый думает, ну, я не пойду судиться и что-то обжаловать, мне легче просто оплатить эти деньги и забыть. Поэтому ранее такой прям практики по мелким штрафам не было, потому что и желания ни у кого не было там, за 200 гривен идти судиться для того, чтобы просто подать в суд, нужно оплатить судебный сбор, нужно правильно оформить материалы дела, нужно все приложения оформить, написать исковое заявление или заявление об обжаловании данного
штрафа, да, нужно обладать специальным юридическими знаниями, то есть обратиться к юристу, оплатить его расходы, оплатить судебный сбор, прийти в суд, лично доказать свою позицию. И это действительно такая бюрократическая, бюрократический порядок, без которого мы не можем там, отстоять свои права. Это правильно. Но если сумма маленькая, то надобность этого, она отпадает. И именно сейчас судебная практика в связи с, вот, с увеличением этих штрафов, она будет приобретать характер более массовый, и судебная практика 100% будет. И если даже в законе есть определенное недопонимание, то есть, во-первых, касается одной территории, но не все там должностные лица, выносящие там вот этот штраф, они, возможно, будут разграничивать порядок и истолковывать его на свой манер. Как правило, чем больше они выносят постановлений, тем для них лучше. Вот. Многие из этих штрафов, я уверен, будут обжаловаться, и судебная практика, она установит разграничение. Маленький штраф, большой, правильно ли применяется этот коэффициент, какие процессуальные нарушения при вынесении вот такого штрафных санкций могут учитываться для их отмены. И у нас уже через год появится четкая практика разграниченными судами, правоприменительная, как данный закон в виде постановления можно применять, какие штрафы будут чрезмерными за какое нарушение, какие будут адекватными, когда можно пойти в суд и что-то отменить по неправильным процессуальным действиям, накладывающие этот штраф, или когда вот смысла судиться не будет. Например, мы это все узнаем, отфильтруем, и я уверен, что расскажем вам для в более понятной форме на случай. Обов'язково про прецеденти поговоримо в прес-центрі телеканалу «Відкритий». Хочеться ще дізнатися про розміри штрафів, як вони нараховуються, так, якщо ми заподіємо шкоду відповідно природному фонду. Тобто, треба платити лише штраф або ще якась додаткова компенсація, тобто квота? В законі чітко вказано, що каждый год там штрафы могут пересматриваться с учетом индекса инфляции. Это логично, потому что вы знаете, что там доллар за последнее там время вырос. Естественно, у нас очень много подвязано, и из-за того, что валюта, как бы, ее ценность падает, и штрафы также для компенсации природоохранных фондов и так далее должны повышаться, да, чтобы обеспечить. Также есть некий коэффициент, прописанный в законе, которым должен руководствоваться должностное лицо, применяющее такую санкцию в виде штрафа. И он должен определять, есть некоторая вилка между штрафами, там говорится, от, к примеру, 300 гривен до 18 тысяч. Вот. И мы увидим, как это все будет применяться именно уже после, наверное, судебной практики. И, наверное, такое должностное лицо должно будет сделать определенную экспертизу сразу на месте. Вот когда у нас происходит там ДТП, инспектор там все фиксирует, фотографирует, пишет протокол. Также и тут в административном порядке такой инспектор, ну, сломал человек там дерево, к примеру, или собирал гриб, да, он делает определенную фиксацию. Редорип собирать можно, а вот этот нельзя, потому что он в красной книге, а ты должен был там, человек должен был убедиться, и тогда он может применить эту санкцию. Ну, ему нужно собрать всю доказательную базу, что, к примеру, у человека нет разрешения, он там осуществлял охоту. Охоту не просто там на животное, животное там, еще и которая в красной книге, либо собирал там какие-то
запрещенные виды растений, которые также в Красной книге. Вот он это все устанавливает, делает фотофиксацию, вписывает в протокол, уверенно в своей правоте руководствуется законом, который он должен знать наизусть в целях своей деятельности, и отправляет материалы в суд, если человек добровольно не оплачивает этот штраф самостоятельно, так же, как, к примеру, мы оплачиваем в том же административном порядке за парковку, превышение или нарушение правил ПДД. Мы можем оплатить самостоятельно, либо пойти судиться. И, наверное, 99% пока платят самостоятельно. Також ще є такий пункт за шкоду заподіяну приїздом транспорту, прольотом або ж посадкою літальних апаратів. Навіть є штраф до 28 тисяч гривень. І в мене тут виникає величезне питання. У нас вже немає в природоохоронних зонах ані камер, ані нічого. Як це все так збираються контролювати? Це більше лісники, або ж це повинен бути, на вашу думку, поліцейський патруль? От навіть ці, ну, без різниці, або ж проїзд транспорту, або ж зрізання дерева в природоохоронних зонах. Ну, тут, наверное, имеется в виду целостность самого, как бы, заповедного фонда, его, ну, мне, если честно, сложно представить себе, там, каким образом можно такой вред причинить, но, наверное, это очень критично, когда там куча фур проедет и нарушит некую там форму и особенность, и это приведет к, там, к нарушению флоры и фауны. Но в целом, наверное, лесное хозяйство и представители должны сами зафиксировать вот такой момент. Наверное, в целом у меня возникает только один пример, если строится какая-то гостиница, какой-то комплекс большой рядом с природоохраной территорий, вот, и это требует перевозки материалов, стройки, там должны все перекопать, и в таком случае ребята из лесного хозяйства, как правило, вот этими штрафами будут руководствоваться и выписывать кучу штрафов за нарушение всех вот этих моментов, когда к ним ехали и вынуждены были все-таки заехать через их территорию. Вот, вот это у меня единственное объяснение, потому что если лично я там приеду на машине, ну вряд ли я смогу или вы там причинить какой-то ущерб или нарушение грунта или, ну, что-то еще. То есть тут имеется в виду, что нужно все перерыть и так далее. Хотя норма старая, но на всякий случай ее включили, чтобы она также была на, может быть, на какие-то единичные случаи. Тож, треба зробити, в принципі, так, після нашої прес-конференції, висновок один. Дивіться, перевіряйте, куди ви йдете відпочивати, чи то природоохоронна зона, так, офіційно, чи є, належить до фонду. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас вітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Носик, адвокат. Говорили про те, скільки доведеться сплатити за зірвану ягоду або гриб і або ж зламану гілку. Роз'яснювали, так би мовити, постанову Кабміну. Хочу проанонсувати завтрашні наші прес-конференції. Завтра об 11:15 ми поговоримо про дешеві іпотечні кредити від Зеленського, ринок нерухомості України та чому ціни на квартири в нашій країні за минулий рік зросли на 32%. А о 12:15 ми поговоримо так про конфлікт, який стався в нашій області, а саме війна за Обухівський ліс. Якщо бажаєте долучитися до наших прес-конференцій або запропонувати вашу тему, наразі на екрані ви бачите номера прес-центру та наші соціальні мережі, дзвоніть нам та пишіть, ми все побачимо. З вами була Анна Гробочук. Дякую за увагу.